культура и мир являются священным оплотом человечества. Дни больших потрясений, материальных и духовных, именно к этим светлым прибежищам устремляется наш дух. Но не только должны мы идейно объединиться во имя этих возрождающих понятий. Мы посильно каждый в своем поле вносить их в окружающую жизнь, как самое нужное и неотложное. 30 мая в Доме культуры города Галл был проведен концерт, посвященный Всемирному дню культуры. Все участники этого торжества были награждены благодарственными письмами и подарками в виде картин, нарисованными детьми. Награждал виновников торжества заместитель главы администрации МАН Вахтанг Омарович и благодарил всех за то, что они украшают жизнь жителей района своей деятельностью, за то, что дают возможность детям района учиться культуре и искусству. Концерт был проведен в теплой и уютной атмосфере и был завершен бурными аплодисментами.